Летний сезон – активная пора ремонта дорог и бордюров в Ленинском городском округе. Строительную технику можно встретить в разных уголках муниципалитета. Иногда это создает для водителей и пешеходов временные трудности. Как это произошло на улице Школьной, видно, где начался ремонт тротуара. Благодаря открытию выезда из 6-го микрорайона и расширению колец в начале и конце Советской улицы, трафик здесь значительно снизился. Тем не менее, на улице Школьной наблюдается довольно интенсивное движение. И хотя ремонтируют вовсе не проезжую часть, главные проблемы именно у водителей. Тротуар здесь немного находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение о его благоустройстве. Несколько сотен метров асфальта, который был на этом месте, заменят на тротуарную плитку. Сейчас рабочие поднимают и увозят старое дорожное полотно, и после подготовки грунта начнется укладка нового покрытия. Похожий ремонт недавно завершился в другом месте города Видное. Работа практически закончена у нас по тротуару и укладке плитки на Советском проезде. Это уже видно, это рядом с кинотеатром «Искра». Два тротуара благоустройства кинотеатра «Искра» и самого тротуара. Две плиточки, они очень симпатично коррелируют друг с другом. Администрация округа просит жителей Видного с пониманием отнестись к работам и отмечает, что те будут проведены в максимально сжатые сроки.